is a long race. Очень длинный переход. Мы прошли практически через все погодные условия, которые только можно представить. Потом ветер вообще скис. Конечно, никому это не понравилось. Мы потеряли скорость, и нас просто разворачивало на больших волнах, так же, как и все лодки вокруг. Вы знаете, это был очень тяжелый этап. Все постоянно менялось. Мы были первыми, затем снова последними. И, наконец, мы очень рады, что финишировали вторыми. Мы очень гордимся шведской командой. Они были просто супер быстрыми. Недоволен результатом, ну, я лично. Что опять лидировали, сутки везли отрыв и опять проиграли там какой-то ночью непонятной ситуации.